Этот номер занял первое место на фестивале в Анапе. Ребята приехали из шахтерского города Брянка. Это в 40 километрах от Луганска, а с другой стороны еще в 6 километрах проходит линия разграничения, а фактически линия фронта. Иногда в Брянку прилетают снаряды. В самом разгаре конфликта во Дворце культуры, где вот уже почти 40 лет базируется образцовый художественный коллектив, «Радость» выбила окна. Общественники помогли вставить новые рамы из пластика. Другие 3 года назад помогли коллективу приехать на гастроли в Москву, а затем на хореографический фестиваль в Анапу. Мы увидели в интернете фестиваль «Возрождение России», и он проводился в Анапе. Мы им написали, что можете нас принять на благотворительной основе. Они нас принимают уже 3-й год на благотворительной основе. И мы обратились по питанию, проживанию, где нам проживать, к мэру города. И он вот так нам помог. Имеем вот такую поддержку колоссальную. И она стала для нас как будто бы и фестивальным городом. И мы детей оздоравливаем здесь. И моральное вот оздоровление дети проходит. Это самое главное. Обычно в коллективе занимаются более 200 ребят. Был определенный спад, но со временем многие вернулись, пришли в коллектив и новые артисты. Мы стали веселее, бодрее. Ну, у нас больше позитива стало. Инне Зубцовой 12 лет. Танцевать начала в 3 года. Дебютировала с танцем «Маленьких утят». В Анапе примерно четверть коллектива. Мы ходим на пляж, нас везде водят там, на набережной. Мы очень много гуляем. Нравится, когда мы выходим на набережную, все в одинаковых футболках. На нас все обращают внимание, спрашивают, откуда мы, и удивляются. Очень много. На гостеприимство ребята отвечают концертами и такими вот интерактивными уличными выступлениями. Можно сказать, что сегодня коллектив заново рисует гастрольную и фестивальную карту, уже с ориентиром на Россию. В планах вернуться в Анапу в будущем году большим составом, чтобы полноценно охватить 2 танцевальных фестиваля, а также продолжить дарить радость жителям и гостям города-курорта.